Пэрис Хилтон заранее начала отмечать свой день рождения. Бездой у светской львицы сегодня. Ей, к слову, исполнилось 33 года. Но вот праздновать девушка начала еще вчера. По крайней мере, звезда надела розовое платье, тиару и исполнила диджейский сет в клубе. Отметим, именно этим Хилтон занимается все последнее время. Она как-то даже заявила, что входит в пятерку самых высокооплачиваемых диджеев мира, над чем музыкальные критики, конечно, посмеялись. Гостями праздника Хилтон стали ее родители и подруги. We'll be right back.